Если бы я вновь начал свои математика, исследования, то последовал бы совету Платона и начал бы уже с математики. Хорошо. Уже 2 плюс 2, сколько, Сань? Молодец, видишь? До этого-то хуй ты знал, это такое. Да уж средний скоро считай, смотри, на 190 скоро можно их потратить. За 75 лет. Статуэтки буду хуярить, блядь. Или мифритовую армию, блядь, ты решил. Я скоро на этом железе, блядь, я танки буду строить, никому его не продам, блядь.
я железный магнат. Оборона страны гораздо важнее, чем...
этой второй боли. Такой звук бугарный. Ну, на колдофалке интересно. Думаешь? Оборона страны гораздо важнее, чем богатство. Надо как шаг. Тык-тык, пошло время. Тек неншаху эрхепер эмбах паи эм. Паи эк мешахези. Thank you.
во все стороны, блядь. У меня ж, блядь, все ждут денег. Я сейчас на Вильнюс попадаюсь. Ривьер, блядь, не успел. Все государства. Не дочисляю. А я уже с ними воюю. У тебя ж там путь свинется. Он будет со мной, ёб, ты что переживаешь? Я нажимаю с кем пиздачу. Вон, я даже не вспоминаю, блядь. Не хватает. А у меня железо. В мире развития феодализма совет.
помешал, ты им помешал, прям это, встал перед городом, смотри, сейчас буду запугивать, могу попасть и в тебя. А, даже все железо, блин, да? Еще тоже. Insolenti ad mortem te ducet. A nulla, ui Roma, winci potest. Да, на пошло. Ты решил на Рим напасть, Сан Саныч. До свидания, как я следующий ход. Пять человек меня перебивает, да?
Я тут рим похуярился, а Лёха решил добить. Сейчас комиссия совершает, дайте. Боже мой, там у тебя один же стоял прям вот так. У тебя, блядь, сейчас золото пойдет минус 3, минус 4. Ты сейчас разоришься, у тебя война начнется. У тебя армии больше, чем потребление золота. Ты боишься, как бы?
это анимация. Ну, короче, холодно. Там понятно, там нормально. Там да здесь не... все уже понятно, да что здесь может, может еще непонятно. Да? Ну, я не знаю, мне пока больше нравится. Ну, они... Пятый, понимаешь? Ты вспомни, когда вышла пятая. Да поебать, пятая. Да там, нет, там не было делаешь? Ничего. Блядь, еще раз тебе рассказываю. Ты инопланетянин, что ли? Что? Там сделан человеческий, а здесь какая-то хуйня, блядь. Какие пасты, вот там есть, блядь. Какие пасты, что им делать? Хуй знает что. Это какая-то ебать, блядь. Торговать нельзя, вообще. Какой смысл вообще, блядь? Готов к такому. Блять. Вышел на войну, и в итоге я с тебя воюю, как все, блядь. У тебя хорошие отношения с лидерами других стран.
вижу, близится тоже. Нет, они должны, блядь, плавать туда-сюда. Вот они у тебя и плавают. Вот это вот, блядь. Блядь, если он сейчас по мосту пойдет, вот это войска, которые тебя вложил сейчас, блядь, 100 бабла, они будут. Блядь, Маша, я тут просто. Заходим в стрел. Чай. Пакет телека. Это вообще у меня, блядь, разведчики и баги. Дошел, один город захватил, второй не стал, потому что... Если ты должен банку $100, это твоя проблема. Если ты должен банку $100 миллионов, это проблема банка.
Помните, что ломаются не только машины, но и люди. Ходят слухи, что Америка переходит от средневековья. Любовь твоя, Сан Саныч, повернулась к тебе. Требования выдвигаются. Даже железные. Требования. Короче, либо лошади. Thank you.
Творите сердцем, стройте разумом. Размер карты, посмотри, мы открываем маленькую, она точно такая же. Причем у нас выбрали большой, вот эта вот зона, это нет, меньше. Да не точно такая же. Не дай, блядь,
гараже, сука, какая-нибудь падла. Порошенко, блядь, сидит и просто сейчас, говорит, завидует, блядь. No somos Felipe, rey de España y Portugal. Empero, por encima de todo, somos fieles devotos de la única y verdadera religión. Скоро у него их будет 80. Хватит тебя чувствую на скоро. Максимум на 10, как такое. Я оборону выстроил и все. А ты зачем на них полез, блядь?
Тут... Все войска перекинул, блядь, на Рим, а его справа хуярит. Тебе только, блядь, на войну идти, блядь, я бы с тобой не пошел бы, Сань. Да, блядь, ты злопочёт съебал с войны. Какой съебал с войны? У меня все под контролем, ты сейчас это... Каким контролем, блядь, ты съебался, блядь. На тебе уёбался, съебался. У меня не было наверху войск, я их хотел перекинуть вниз, я ж не думал, что ты объявишь войну. Теперь, блядь, я их строю, блядь, чтобы подняться сейчас наверх, ты сейчас пойду. Двух своих, блядь, коней, блядь. А кого же я? Ну, блядь, если ты к войне подготавливался, блядь, 10 ходов, а у меня, блядь, только сейчас, блядь, 3 я хода. Я до сих пор. Я тебя почувствую. Тебя это сейчас убьет. А, у меня нет смысла сейчас брать. У тебя нет денег. Вот, ебать, у меня есть деньги. У меня все. Еще он бабла, давай, где больше? Ну, тебе нужно приходиться. С Бостона, в Яре. Плюс 4. Быстрее улучшай, вон улучшение. Привет, да.
А я сейчас похуяли, не ссы. Никто не похуяли. Они похуяли, то они, блядь, не могут. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. У тебя, блядь, почти 15. 28. Оборона такая же, блядь. Начало пошло. Пять, я так выключил, я замазал.
убить его. Питер, оставишь, чтобы он, блядь, просто стоял здесь и ждал. Сейчас вот это...